Здорово, с вами Муборг, я Трэш, и сегодня мы рассмотрим забавную игрушку под названием «Корпорация героев». Итак, добро пожаловать в «Корпорацию героев». Организацию, вот уже 5 лет защищающую мегаполис под названием Террополис от монстров, просочившихся в наш мир. Испробуйте себя в образе генерального директора «Корпорации героев», в обязанности которой входит не только создание металюдей, но и спасение целого человечества. В вашем распоряжении будет комната по набору персонала, тренировочный зал, мета-комната экспериментов и, собственно, зал сражений. Прежде всего, нам потребуется найти добровольцев и отобрать лучших из списка, для того, чтобы впоследствии создать из него популярного супергероя. Сделать это достаточно просто. Соединяем, к примеру, картошку фри, лягушачью лапку и человека, и получаем лягушка-картошка-человека, или какаху. Ну, не все эксперименты заканчиваются удачно. Затем мы отправляемся в комнату тренировок, прокачиваем силу и популярность нашего героя, а после отправляемся в бой. В принципе, герои атакуют врага самостоятельно, попутно отшучиваясь и комментируя происходящее. Тапая по экрану, мы будем ускорять сей процесс. А сокрушив врага, мы получаем героическую валюту, за которую сможем нанимать, создавать и прокачивать новых героев. И так до посинения. Каждую комнату можно дополнительно апгрейдить, улучшая набор персонала, области прокачки или повышая количество ингредиентов при создании героя, что позволит порождать невиданную доселе хрень. Только в «Корпорации героев» вы сможете назвать героя глупым именем, наделить его еще более глупыми способностями и посмотреть, к чему это все приведет.